В детской областной больнице отметили Всемирный день здоровья. Тематические мероприятия в здравнице проходят всю неделю. Мы провели лекцию для детей и подростков, которые лечатся в разных отделениях нашей больницы, о профилактике снижения остроты зрения, профилактике школьной близорукости. Также мы провели лекции с мамами детей в патологии, в отделении патологии новорожденных по особенностям ухода недоношенных детей для профилактики развития некоторых заболеваний глаз у малышей. Тяжелому заболеванию сетчатки глаза недоношенного ребенка, или, если говорить медицинским языком, ретинопатии недоношенного, в медучреждении уделяют серьезное внимание. 12 лет назад здесь заработал первый, единственный в регионе специальный кабинет, где осуществляется обследование, лечение и динамическое наблюдение малышей с заболеванием в различной стадии. Ежегодно обследование здесь проходит свыше 1000 детей до 2 лет. Сегодня Ульяновская детская больница шагнула еще дальше. К праздничной дате сюда завезли новый лазерокоагулятор отечественного производства. Не внушающие размеры этого оборудования не мешают творить настоящее чудо. Этот лазерный аппарат позволяет лечить отслоение сетчатки глаза у новорожденных и недоношенных детей, тем самым спасая их от слепоты. Это также значит, что новое оборудование позволит лечить крошечных пациентов дома. Ведь раньше деток с пороговыми стадиями ретинопатии направляли на операцию в федеральные офтальмологические центры далеко за пределы нашего региона. Так случилось с Читой Абазовых и их уже 4-месячным сыном. На учете в кабинете ретинопатии они стоят с самого рождения. Малыш появился на свет недоношенным, с маленьким весом. Офтальмолог вовремя зафиксировал процесс отслоения сетчатки глаза и направил срочно порядки на операцию в Татарстан. Сейчас все хорошо, раньше как бы ходили каждые 2 недели, а сейчас уже раз полтора месяца. Вот. Последний осмотр у нас будет вот в 6 месяцев, и как бы нас учет снимают. Благодаря просто врачам и вот этому оборудованию как бы нам предупредили то, что мы могли зрение потерять просто. С ноября 2017 года лазерокоагуляцию сетчатки глаза будут проводить и на базе детской областной больницы. Сейчас врачи-офтальмологи проходят обучение в Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова в Петербурге. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.